Всем привет! С вами Небрутальная Баба Яга, и сегодня мы приготовим зелье. Тут ничего без меня не происходило. Всем хай! С вами Брутальный Повар-Металлист и Северус Снейп. И сегодня у меня для вас новый рациончик. Низкокалорийный, максимально летний, простой и вкусный. Ну и, конечно же, сбалансированный по КБЖУ. Те, кто не успел похудеть к лету, не беда, вы можете сделать это прямо сейчас. А я вам в этом помогу. И начнем мы с наипростейшего летнего завтрака. Для завтрака мне понадобится 100 грамм творога 5% жирности, 40 грамм банана, 30 грамм малины и одна баночка Активи натурального йогурта. Я тупо все смешаю. Ну что ж, вот так выглядит мой завтрак. Очень даже по-летнему, простой, сытный и очень вкусный. Ну и, конечно же, на этот раз я не забыла про вкусняшки к чаю. И здесь у меня 30 грамм фиников. Так, ребят, у меня тут опять смена обстановки, но не обращайте внимания, потому что в моей жизни происходит некоторое дерьмо. Вот, поэтому я сейчас у своей тети и буду готовить уже здесь. На перекус у меня будет малиновый смузи с кокосовой стружечкой. В чашу блендера я помещаю 130 грамм натуральной активии. Добавляю 70 грамм малины и 5 грамм кокосовой стружки. Я немножечко оставлю, чтобы посыпать смузи сверху. Теперь пробью все блендером. Итак, друзья, вкусный летний питательный перекус готов. Можете взять рецепт на заметочку и готовить смузи-боулы, например, просто добавить к этому смузи какие-нибудь фруктики, орешки, мюсли и так далее. Будет очень прикольно. Ну что ж, а я пошла пить. Ну что ж, настало время готовить обед, и на обед у меня будет куриная филешечка, запеченная в лимонном маринаде с капустным салатом. И для начала я нарежу куриное филе достаточно крупными кубиками, ну или кусочками. У меня здесь 500 грамм, если что. К курице я добавляю 30 мл подсолнечного масла, 30 мл лимонного сока, приправу для курицы по вкусу и соль. И все тщательно перемешаю. Оставлю курицу на несколько минут помариноваться, а сама тем временем разогрею духовку до 200 градусов. Курицу я выкладываю в смазанную маслом форму. И ставлю в духовку на 25-30 минут. Пока готовится курица, я измельчила 150 грамм капусты и 3 грамма укропа. Сейчас заправлю все это дело маслом подсолнечным, примерно 8 мл. Добавлю пару капель лимонного сока и соль. И перемешаю. Итак, мой сытный, полезный обед готов. А с чаем я съем творожок Савушкин, кокос, миндаль. А теперь настало время готовить ужин. И на ужин у меня будет холодный суп гаспачо. Для начала я беру 500 грамм помидорок. Я взяла с запасом, потому что 500 грамм должно быть в чистом виде, а мы будем снимать с них шкурку. И для начала я делаю на них небольшие надрезы, неглубокие. И опускаю помидорки на несколько минут в кипяток. А я тем временем займусь перцем. Беру 200 грамм болгарского перца, тоже с запасом, 200 грамм должно быть в чистом виде. Вырезаю сердцевинку и сейчас буду удалять семечки. Так, помидорки я ошпарила. Как вы видите, кожица от них немножечко отстала. Сейчас они остынут, и я ее сниму. Очищенный перец я нарезаю небольшими кусочками для блендера.
Также некрупно нарежу 100 грамм огурца. Я прошу прощения за звуки посторонние, просто у меня тут собака у моей тети, и она очень любит огурцы. Но у меня все по весу, поэтому, увы, сегодня она его не получит. Теперь я натру на мелкой терке 18 грамм чеснока. Помидорки я очистила и точно так же их нарезаю. Все овощи я выложила в мисочку. Сейчас немножечко их перемешаю. И добавлю 20 грамм белого хлеба. Теперь пробью все блендером. Суп не будет полностью однородным, и в этом вся фишка. Здесь должны быть такие хрустящие частички. Достаточно. Теперь я добавлю в суп буквально 2 грамма сахара, соль по вкусу, немного молотого перца чили для остриночки, 24 миллилитра винного уксуса и 15 миллилитров оливкового масла. Теперь все тщательно перемешаю и уберу в холодильник для настаивания, где-нибудь на полчаса-час. Теперь я займусь гренками. Мне понадобится 150 грамм хлеба, его я нарезаю кубиками. На сковороде я разогрела растительное масло и теперь высыпаю сюда хлеб. Буду его подсушивать, помешивая. Главное, следите, чтобы он не подгорел. Сейчас перемешаю немножечко. И сразу же подсолю, чтобы масло впитало соль и сухарики были соленые. Сушу до тех пор, пока они не подрумянятся и не станут хрустящими. Ну что, гренки подрумянились, подсохли. И теперь можно выключать огонь. Уже в тарелочке для вкусноты я посыпаю их молотым чесноком. Лучше не делать это в сковороде, потому что чеснок может подгореть и будет невкусно. Ну что, вот так вот выглядит мой ужин. Здесь у меня 400 грамм гаспачо и 40 грамм гренок. И также с чаем я съем 15 грамм вот таких вот корнерсов, нежный сыр. Кстати, забыла сказать, объем порции я укажу в описании, так что не переживайте. Ну что ж, надеюсь, что вам понравился мой рацион. Если это так, то ставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь, мне будет очень приятно. У меня вы можете найти подобные рационы, обычные простые рецепты и обзоры на полезные вкусняшки. В общем, присоединяйтесь к нашей брутальной семейке и до новых встреч!